Love the girl, бла-бла-бла. Я очень плохо написала это. Я не хочу их целовать, пожалуйста. Никогда никто не забудет про случай, как тебя оставили на второй год. Это конец. Всем привет. Меня зовут Ната, как всегда. Сегодня я хотела поделиться своей историей того, как я обучалась во французской школе. Для тех, кто не знает, я переехала во Францию, в город Монпелье, в 15 лет. То есть мы переехали прямо вот во втором семестре 9 класса. Естественно, мы проходили через... Мы, я и моя мама проходили через достаточно длительный, сложный процесс. Надо было найти новую школу, хорошую школу. Еще такая тема во Франции, когда ты переезжаешь и ты иностранец, тебя отправляют на как бы подготовительные классы, где ты тупо изучаешь французский. Мы приехали где-то в феврале. Я еще дома потусила еще, наверное, целый месяц. Я не ходила в школу. Я просто сидела дома и смотрела фильмы, читала книги тоже. Считайте, от второго семестра оставалось очень мало. Там буквально 3 месяца. Вот эти 3 месяца я ходила в подготовительные классы. И потом у меня было 2 варианта. То есть меня бы оставили еще раз в 9 классе, который, по сути, я не заканчивала. Я не заканчивала экзамены, которые в конце 9 класса идут. Поэтому много кто меня не очень хотел брать 10 класс, потому что во Франции тоже есть экзамены после 9 класса. Хоть здесь вообще классы, кстати, по-другому называются, то есть они идут не как мы привыкли, типа 5, 6, 7, 8, 9, а наоборот. То есть, по-моему, 6 точно так же называется, тоже типа 6, но 9 класс называется 3 класс. То есть, соответственно, 8 это 4, и 7 это 5. Неважно. И последний класс, 12-й, он называется последний. Ноль воображения. Некоторых людей, про которых учителя очень хорошо отзывались и думали, что у них как бы высокий уровень французского, что они справятся в 10 классе, их отправляли сразу в 10 класс. И вот мне сделали тоже такое исключение. Если что, я учила французский перед тем, как переехать, года 2. Ну, то есть я ходила на курс. Обычные, не какие-то интенсивные, ничего, просто там 2 раза в неделю, по-моему. И я была супер на чиле, значит, я думала, да все нормально, я знаю хорошо язык, я все понимаю, все будет хорошо. В подготовительных классах было вообще очень просто, потому что к нам как бы относились сразу как к иностранцам, и все очень четко говорили, внятно. Когда меня отправили сразу прямиком в ад, 10 класс, я прихожу в эту школу, и там все разговаривают на незнакомом мне языке. Они говорят какие-то слова, которые я не знаю, которые я не учила. Они просто говорили все на сленге, они употребляли всякие сокращения, то есть чисто особенность разговорного языка. Я пришла, а тут все говорят meuf, ta gueule, бла-бла-бла, и я такая quoi, excuse me, je comprends pas. История-то о чем? Об ужасах в школе. Как меня жестко гнобили. Ладно, меня никто не гнобил. Ну, из учеников, по крайней мере, никто ко мне плохо не относился. Ну, может, там как-то кто-то мог что-то пошутить. Очень-очень лайтовый. Вообще, люди были очень добрые ко мне всегда. Естественно, некоторые вещи было очень сложно понять. Мне, украинскому человеку, например, поцелуи при встрече, а их целых 3 у нас в городе было. То есть тебе надо 3 раза поцеловать человека, который ты видишь в первый раз. И в школе это вызывало у меня, по-моему, жесткое волнение. Они подходят, я не хочу их целовать, пожалуйста, не надо. Например, мне один мой знакомый рассказывал, что он подумал, что я прям очень грубая, потому что я с ним не поцеловалась при какой-то там встрече. И он это запомнил. Он говорит, а ты не хотела меня поцеловать, я подумала, что ты грубая и злая. Я такая, блин, ну я просто стеснялась, потому что мальчиками целоваться я стеснялась. Но учителя это другая история. Не скажу опять же, что кто-то меня жестко гнобил, нам потом пришлось уехать, то есть я еще и пропустила в этом 10 классе месяца 2 учебы. Нам пришлось уехать в Украину и потом уехать из нее обратно. И, собственно, учителя из-за этого меня и захейтили. Некоторые учителя вели себя как просто полные мрази. Например, учительница истории, я, конечно, понимаю, что это абсурдно звучит, но я к ней подходила и говорю, типа, можно я
хотя бы первый вот свой тест, контрольную работу, можно я ее возьму домой и дома сделаю с переводчиком? Или тут воспользуюсь переводчиком? Естественно, она мне отказывала. Сейчас я думаю, да, это, конечно, супер абсурдно звучит, потому что это урок истории. Суть в том, чтобы запоминать события, которые произошли, и даты, чтобы их можно просто писать дома. Ну, то есть, это не имеет смысла, конечно, она была права в каком-то роде. Но большинство учителей никогда, хотя я просила, всех слезно подходила, такая, здрасте, пожалуйста, я не говорю по-французски, мне сложно, мне надо больше времени. Никто никогда не давал мне больше времени. Учитель физики прям хейтил меня, мне кажется. Мне уже начало тогда казаться, что у нас какой-то странный коннекшн есть, потому что мне такие плохие оценки ставят. Кстати, плохие оценки были не потому, что я плохо знала предметы. Уровень был гораздо ниже, чем то, что я учила. То есть даже в 10 классе мы учили для меня уже элементарные вещи, которые мы учили, ну, классе в 8, наверное. По крайней мере, на уроке физики. Здесь, кстати, урок физики и химии — это один предмет, и он называется физика-химия. И урок истории и географии — это тоже один предмет, и, естественно, он называется «Histoire-géo». Помню вообще ужасный момент на уроке математики, когда меня спросил что-то учитель, я встала, и я такая, извините, я не поняла вопрос, и он что-то пошутил, что-то про Украину пошутил, а ты украинка, ничего не понимаешь, что-то такое. Я не до конца додуплила, что это как бы оскорбительно, я думаю, ха-ха, да, окей. Но мои одноклассники за меня вступились, они такие, извините, месье, вы оскорбили ее. Короче, все за меня вступились, это было очень мило. Но мой уровень французского сейчас гораздо-гораздо выше. Вообще, после 10 класса у меня не было никогда проблем в школе, ни с чем. И я помню вообще неловкую историю, связанную с тестом по физике химии. Нам дали огромные, там, не знаю, 20 страниц материала, который выглядел как тест. Нам дали его домой. Я все сделала, дома подготовилась, такая, ну я все знаю, я как бы запомнила, это было очень все просто. И в день урока физики и химии я пришла, смотрю, все какие-то на стрессе, люди такие, и говорят слово «задание». Я думаю, ребят, что вы не сделали задание, это же было просто. И они такие, ну да, сейчас типа огромная контрольная работа, с огромным коэффициентом оценки, влияющая на окончательный балл. И я такая, что? Какая работа? Вкратце, я не поняла, что будет тест. Я как бы подготовилась, но я не поняла, что будет тест. Я не знала, как это называется, и это был первый раз, когда кто-то использовал вот это слово. Я такая, окей. Я очень плохо написала эту работу. Это была не худшая оценка, но это была и не лучшая оценка. Получилось так, что у меня в конце года по физике и химии была вообще ужасная оценка. По истории у меня вообще не было оценок, потому что мне не дали контрольную домой, какие-то я уже пропустила. Вообще был не зачет по некоторым предметам. У меня единственное были отличные оценки на уроке русского. Было несколько вариантов второго языка. Был русский, немецкий, итальянский. 2 hours later. Может, даже греческий. Школа была очень большая. Самая большая школа в городе Монпелье. Я училась в Лисе Жофр, если что. Так как у меня на некоторых предметах не было оценки, на некоторых были ужасные оценки, например, как физика, химия. Я не помню, у меня было, слушайте, ну, либо 4, либо 6. Из 20, да, во Франции 20-бальная система, в чем логика, я не знаю. Ну, естественно, ни у кого 20 не бывает, и всегда смотрят на средний балл, который должен быть, ну, желательно хотя бы 12. И, значит, мой средний балл, в принципе, был 12. 2 hours later. К чему я вела? Про главный ужас. Главный кликбайт этого видео. После того, как мы вернулись во Францию, стоял вопрос о том, чтобы оставить меня на второй год. И если что, во Франции постоянно оставляют людей на второй год. То есть у меня даже уже тогда в классе было несколько людей, которые оставались на второй год. Некоторые из них оставались 2 раза на второй год. И в этом нет ничего зашкварного, кроме как, если ты СНГ-человек, для тебя это, конечно, ну все. Типа, это конец жизни, тебя засурут родственники. Никогда никто не забудет про случай, как тебя оставили на второй год. Для меня это был полный ад. Я разговаривала со своей классной, я говорила, что типа, я не хочу на второй год оставаться, есть какие-то другие варианты. Мне говорили, что вариант есть только один другой, то есть либо на второй год, либо ты идешь не в общее направление, а
полутехническое. Рассказываю, очень вкратце. Здесь после 10 класса классы разделяются, извините за тавтологию, на определенные направления. То есть уже 11 класс будет либо литературный, либо научный, либо экономически-социальный. И это три общих направления. То есть в общей обычной школе есть вот эти три направления. Есть также технические направления, это считается похуже. Мне сказали, ты можешь идти либо в технологический, либо вот на второй год оставаться. Потому что у нас клёвый лицей, у нас как бы такое не терпит. Но есть такое направление, которое называется STMG. По сути, это класс по менеджменту, ну то есть управлению и немного экономики, который потом делится на маркетинг, финансы и что-то связанное со СМИ. По счастливой случайности он был у меня в лицее, и мне сказали, вот ты можешь пойти на это направление, которое не является на 100% техническим и не является на 100% основным. То есть это вот реально между. Если честно, то репутация у этого класса очень-очень низкая. Почему так сложилось, если честно, не знаю. Наверное, потому что туда спихивали всех людей, кто не мог поступить в экономический класс. Направляли туда, потому что это как бы немного похоже, там тоже изучают экономику, но там просто еще есть урок менеджмента, на который делается уклон. Ну и, конечно, я такая, да-да, пофиг, я иду в СТМЖ, потому что я не хочу оставаться на второй год. Такие маленькие ужасы. У меня, конечно, истории гораздо-гораздо больше, но все не может поместиться в один маленький ролик, к сожалению. Поэтому обязательно чекайте еще ролики. Надеюсь, было чуть-чуть интересно. Я пыталась особо не нудить на тему того, как устроены французские школы, но мне очень сложно, потому что, чтобы объяснить, что происходило, мне надо объяснить, как это в принципе происходит.